Пришло время узнать о погоде с прогнозом на выходные. На прямой связи дежурный специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Итак, Людмила, чего ждать от погоды в ближайшие дни? В Сибири уже наступила зима с устойчивым снежным покровом. В Бурятии, например, столбики термометров показывают минус 43. А на европейской территории и в большинстве районов Центральной России погода переходного сезона. Дожди, туман, ветер, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед. Несмотря на такую непогоду, воздух будет теплым. В субботу 0 плюс 5 градусов, в Брянской, Орловской областях до 9 градусов тепла, а слабый минус до 3 в Ивановской и Костромской областях. В воскресенье температура существенно не изменится, и только в начале следующей работы. Рабочей недели подморозит, на дорогах образуется гололедица. Северо-запад в эти дни тоже с осадками. В Калининградской области это будет дождь, в Псковской и Новгородской областях с мокрым снегом. Днем в субботу до 7 градусов тепла, в воскресенье прохладнее, на 2-3 градуса. На северо-западе оба дня минус 2, плюс 4. В Карелии налипание мокрого снега, гололед, днем от минус 4 до плюс 2. Туманы, снег с дождем, плюсовые температуры, но хоть где-нибудь ожидаются морозы? К сожалению, незначительные. На севере европейской части мощному потоку атлантического тепла противостоит сибирский антициклон. И именно там погода с морозами. В Мурманской области выходные минус 3, минус 8 пройдет снег. На дорогах будет скользко. В Архангельской области мокрый снег, гололед, порывистый ветер и метель. С незначительным похолоданием в воскресенье до минус 6 градусов. Такая же погода в Коми и Ненецком округе. В Вологодской области мокрый снег, слабая метель около 0 градусов. При Дурале в субботу сохранятся морозы до минус 7, местами до минус 13 градусов. В Оренбургской области воскресенье до минус 1. В Поволжье и Саратовской области мокрый снег, ветер, метель. На дорогах накаты и гололедица, но потепление до плюс 5-8. На Северном Кавказе погода ветреная, туман, но без осадков. Днем 10-15 градусов тепла, в районе Сочи до плюс 22. В Крыму ветрено, объявлено штормовое предупреждение. Днем потеплее до плюс 19. И что ожидать в выходные жителям двух столиц? В Петербурге в выходные дождь с мокрым снегом, в субботу от 2 до 4 градусов тепла. В воскресенье ночью 0 плюс 2, днем плюс 1 плюс 3. В Москве выходные облачная погода, в субботу небольшой дождь и туман. Температура ночью и днем плюс 2 плюс 4. В воскресенье осадки, дождь и мокрый снег. Температура в течение суток 0 плюс 2. На дорогах гололедица. В понедельник температура начнет понижаться. В ночь пройдет сильный снег и будет ветрено. На дорогах при похолодании сильная гололедица. Спасибо. С прогнозом погоды на выходные была Людмила Паршина.